Золото в активе стреляющих лыжников Ханты-Мансийска и Нягани. В окружной столице проходят межрегиональные состязания по биатлону на призы олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой. В них принимают участие 80 спортсменов из 7 югорских муниципалитетов. В первый соревновательный день гонку на 6 километров с 4 огневыми рубежами среди юношей выиграл хозяин стартов Андрей Мякишев. Среди девушек отличилась воспитанница Няганской школы Анастасия Легостаева, допустившая по ходу дистанции 4 промаха. Стоит отметить, что спортсменка выступает под руководством Альберта Мусина. В свое время он был первым тренером звезды мирового биатлона Дарьи Домрачевой. Отмечу, что завтра участники посоревнуются в спринте.